А вот в еще одном окружном музее геологии нефти и газа решили рассказать о Курской битве самым маленьким югорчанам. Для детей провели интерактивное занятие «Лего-битва». Мальчики и девочки по возрасту правнуки участников «Огненной дуги» знакомились с историей в форме игры. Из конструктора они мастерили танки, конечно, в меру своей фантазии. А потом с помощью этих игрушек на карте сражения были воспроизведены маневры и столкновения советских и фашистских частей. Достаточно, вы видите, маленькая аудитория, да, рассказывать о Великой Отечественной войне в какой-то другой форме, им будет не так интересно. Здесь они и поиграют, и воссоздадут схему, и где-то там в сознании у них отложится это событие. И именно так, а почему мы выбрали такую аудиторию? Потому что это самая отзывчивая публика. Они очень, они как губки, как говорится, впитывают всю информацию и... Когда, как не в таком возрасте, закладывать основы патриотического воспитания?